спокойно. Вот, приехали мы в лес. На пути у нас было много препятствий, но мы их преодолели. Такая большая лужа, еле выехали, выскочили. Ну вот, теперь покажу свой стол праздничный. А, это с выпивки? Выпивки у нас много. У нас еще, может быть, народ подъедет. Я же положила, я же сок. Вот такое я же отрезала, ну, всем по кусочку. Тут у нас салат. Здесь у нас такой салат. Всем по кусочку. И салат у нас. Отрежу сейчас. С украшениями. Мало будет, тогда добавим. Правильно? Закуска. Вот это самая лучшая наша еда. Это у меня грибочки. Вот эти грибы у нас. Это супер еда тоже, кабачки. Очень вкусные. Это не очень полезная еда, но ладно. Пригодится. Этот как это? Пост. Блин, Тамар. Тут немножко этой закуски нашел? Подрезали. Она вот, вот еще угощение такое. Там я же хотела распаковать. Какие-то конфетки. Ну, конфетки вкусные. Вот такой у нас термос. Там у нас такие вот горячие, пригорячие котлеты. И еще второй такой термос есть. С котлетами из картошки. Мы ей написали, Ольга. О. Ничего. Тихо. Какие там извинения? Да, Саша, все хорошо. Если сок вылили, это ерунда. Ты говоришь, да, извини. Ромки, водку. Вот именно. Хочу говорить. Молодец. Бутербродик, Зина. Звездочка. Тут ветчина нежная, да исковская, и сыр. Ну, так она еще это, пускай, жжет. А он мне не показал. Ну, мне все, больше никому не надо. Не жжет. Ветчину надо на костер. Слушай, у нас и картошка. А солнце, у нас чай. Это наше? Солнце какое. И это почти что наше. Вот так вот гуляем.